Как выяснилось, жертвами мошенницы кассира становились граждане среднего и пожилого возраста. Совершая операции с их счетами, преступница запоминала данные, а затем самостоятельно проводила снятие с чужих счетов денежных средств. Общий ущерб где-то составляет около 700 тысяч рублей. В настоящее время ведется следствие по уголовному делу. Вот эти люди пожилые приходили в банк, и у них на своей сберегательной книжке не оказалось некоторой суммы средств. И они обратились к руководству с просьбой проверить их счета. И в ходе проверки внутренней обнаружилось то, что не хватает денежных средств у разных людей. В каждом кабинете у них находится видеокамера. По видеокамерам все было отчетливо видно, то, что именно она проводила операции скрытные и присвоила себе деньги. Все денежные средства уже возвращены гражданам. В принципе, инцидент исчерпан. Сама кассир, молодая женщина, тратила деньги на ночные клубы и покупку дорогих мобильных телефонов. В настоящее время она уволена из банка и находится под подпиской о невыезде. Соответствующая статья Уголовного кодекса предусматривает лишение свободы на срок от 4 лет и более. Она даже вместо книжки простой листовой бумаги проводила через аппарат и просто записывала данные вот этой, кто приходил к ней, записывала данные все и потом уже шла, снимала деньги из кассы. К сожалению, жертвой недобросовестного кассира в банке может стать любой. Совет здесь один. Нужно хорошо помнить суммы своих сбережений и расходов и почаще их перепроверять. Петр Горохов, Артем Леднев, телекомпания «Одинцова».